Позиция, кстати, замечательная, потому что, скажем так, не всегда есть возможность поехать в центр крови, да? Угу. Вот, то есть это связано с опозданиями на работу, а я здесь работаю недалеко, то есть мне очень удобно прийти сюда утром, сдать кровь и дальше пойти на работу. Надеюсь, что людям, которые нуждаются в крови, это поможет. И люди просто приходят и готовы это делать. Это значит, что в людях где-то внутри теплится вот это желание кому-то помочь, и плюс ко всему это полезно для человека самого. Хотела сдавать кровь, помогать людям, в первую очередь детям, поэтому я не раз сюда еще приду. Спасибо!